А накануне в городе побывал глава МЧС России Владимир Пучков. Он лично проверил, как идут восстановительные работы. Ранее метеорологи сообщили, спрогнозировать такой разгул стихии, даже с учетом современных технологий, было никак нельзя. Однако министр остался недоволен тем, как оперативно сработала в Сочи система оповещения населения. Тем временем город продолжают приводить в порядок. Глава региона Вениамин Кондратьев снова прошел по улицам поселка Мирный. Здесь паводок нанес наибольший ущерб. Глава края подчеркнул, нужна не только серьезная оценка ситуации, но и конкретные меры, чтобы подобное не повторилось. Важно понимать, что поселок находится, конечно, в низине. Сегодня нужно комплексное, правильное решение, которое позволит впредь избежать затопления или даже подтопления данного поселка. В противном случае, даже при более-менее серьезных осадках, мы будем иметь вот ту же самую воду. Поэтому я считаю, для нас первичная задача при поддержке сегодня правительства России, президента, эту задачу обозначить. И я уверен, при правильном комплексном решении, техническом решении, эта задача, конечно, будет решена. Также Вениамин Кондратьев пообщался с местными жителями. Люди выразили благодарность руководителю края за личное участие в их проблеме.